Александра, поздравляю с победой у Нахбаевой в этом важном матче. Расскажите, пожалуйста, как прошла эта партия? Спасибо. Партия прошла достаточно легко. Если бы я еще хорошо реализовывала, она бы прошла еще и быстро. Расскажите, пожалуйста, может быть, вы можете нам рассказать о ключевом моменте в этой партии, где вы получили перевес, вы чувствовали, может быть, что выиграно? Как мне кажется, соперница вышла из дебюта, но потом сыграла довольно неточно, получила уже сразу, там, буквально, неприятную позицию. После b5 она пошла конь e2, и после c5 мне казалось, что у меня уже хорошо. Ну, так оно и получилось. А потом еще и, ну, в плохой позиции уже последовал зевок. Спасибо. Важный матч, конечно, это первый тур, это всегда важно, и тем более против Казахстана, конечно. Команда тоже очень сильная. Первая победа в этом матче, это, конечно, важно для целой команды. Да, это очень важно. Ну, еще тяжело, конечно, что, как вы сказали, играть против, кто проводит турнир. И именно в первом туре, когда еще непонятно, как они играют, как готовились, как тут родные стены помогают или нет. Ну, пока все идет хорошо. Вы успели посмотреть на другие партии этого матча? Я стараюсь не смотреть, чтобы лишний раз не волноваться. Пытаюсь сделать все зависящее от себя. И потом уже как сыграют, так сыграют. Большое спасибо и удачно. Спасибо.